Тебе времени пока. Да, 120 минут еще. Она, правда, видела, конечно. Да, она такого не видела. Футбольное поле. Что все можно есть? Это на детские праздники, я думаю. Прошли у моря, правда. Hello, hello, Abi. Ya papa na numara.
что специально ныряете. Ну я понимаю. Ты мне трудно, понимаешь? Алло, 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 алло! Алло! Алло, гелим, гелим, алло! Алло! Каулара, каула кала! Каула да кала! Да каула кала! Алло, кала, чесен лору мурка! Thank you.
Yeah.
А еще у них там попугаи. А можно напрямик пройти, если хочешь. Они ходят. Я пойду туда. Мы же там были, на каком-то дворе. Днем. Это была другая реальность. Да, я понял. Сейчас все иначе.
Mai bogați, sunt fericit în acest zi, ca
посмотри, там интересно. Переплавка какая-то идет. Да, переплавка. Oh, yes, I should.
Крестьянский транспорт. Он не понимает, то ли шугаться надо, то ли играть. Ну, там что-то не понимает.
Там все равно скамеек нет. Там что? Скамеек нет. Откуда ты знаешь? Они... Не видно. А что считал, не помнишь? Что? Ты считал? Ты считал, сколько у них же стоит кефир, это билет стоит столько. Кефир, ну ладно. А, я хотел посмотреть, сколько билет стоит. Так, билет стоит, значит, 180 тысяч, да? Получилось 11.25. 11.25 в рублях? Нет. В долларах? В долларах 11.25. А, слушай, приличная цена. Что, 11.25, мы войдем. Конечно, получилось, что мы до Кишинева доезжаем за 27. Ой, еще здесь поснимаем. Там, где солнце на него падает с той стороны, будут просто блики на камере, да? Наверное. Да, наверное. Блин, вот. Красиво, да, представляешь?
Какое-то здание не такое. Только воды нет. Да, вот вода изначально была задумана. Где комора? Yeah.
Ты жаришься? О. Я знаю, что это стена на предыдущих разрабатывах с вами, я в шансу организации вам на спорте и шансу, я тогда меняю транчику, которая уходит на церкви, я бы еще раз, но это когда я тренулю, я буду работать его своим подарим, который я хочу там. Жарко. Здравствуйте. А, где лопут? Ты как там?